Государственная комиссия завершила медицинский и творческий отбор кандидатов на участие в космическом полете для съемок художественного фильма «Вызов». Рекомендовав к назначению в основной экипаж актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а в дублирующий экипаж актрису Алену Мордовину и оператора Алексея Дудина. 1 июня начинается интенсивная подготовка. Она включает в себя и летную подготовку, и прыжки с парашютом, и работу на земле, и отработку нештатных ситуаций, которых может быть тысяча и одна. Художественный фильм «Вызов» — совместный проект корпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow Black and White, которая ставит перед собой научно-просветительские задачи. Для нас было важно, что мы сможем помочь Роскосмосу не только в осуществлении научного проекта, но и в осуществлении проекта возвращения энергии, любви и страсти народной к теме пилотируемой космонавтики. Принять участие в конкурсе могли все желающие, хотя предпочтение отдавалось профессиональным актрисам. Полет на Международную космическую станцию запланирован на 5 октября. Приблизительно тогда же туда прилетят и американские актеры для съемок своего фильма с участием Тома Круза.